Пять разных художников, объединенные одной идеей – поиском новых художественных решений. Один из членов творческого союза, Павел Гелфимов, представил работы, выполненные в смешанной технике. Сам творец называет ее фотографикой. За основу картин взяты фотографии, поверх которых художник уже работает тушью, пером, акрилом, пастелью, любыми художественными средствами. Это помогает добиться эффекта многослойности и недосказанности полотна. Но для творца это еще и поиск своего творческого «я». Вы знаете, когда доходишь до какого-то уровня, естественно, школа – это когда ты учишься академическому рисунку, да, а художнику интересно найти свой стиль. И пока вот человек не найдет свой стиль, то приходится искать. Собственно говоря, это одна из попыток поиска стиля. То есть я еще не остановился, буду искать. На экспозиции представлены и такие стили, как реализм, абстрактный экспрессионизм, кубизм. Разнятся и жанры – от пейзажей и портретов до графики и мозаики. Разноплановость и новизна работ и стали причиной, по которой руководство выставочного комплекса решило привести в областной центр эти произведения. К слову, выставка «Верность» именно во Владимире впервые представлена широкой публике. Вы знаете, как раз этим и интересен этот проект, что люди действительно хотят посмотреть что-то новое, потому что Владимирская школа представлена в центре ИЗО, 60% выставок именно Владимирской школы и наших соотечественников, поэтому, конечно же, людям еще хочется что-то, другой взгляд, да, на мир, что-то показать, посмотреть, и, как вы видели, выставка очень многоплановая. И сами авторы с удовольствием презентовали свои картины владимирцам. В экспозиции пересекаются и библейские мотивы, и тема Родины, и верность традициям, в том числе и художественным. Я очень надеюсь, что какой-то есть диалог с Владимирской школой живописи, есть какой-то диалог с современностью, есть какой-то диалог с традицией, откуда это название «верность», да? Что мы все-таки не считаем себя самыми лучшими или самыми интересными. Мы просто стараемся продолжить то, что есть, быть этим уверенным. Это нас объединяет. Выставка «Верность. Возвращение к традициям» будет работать во Владимире до 8 июня. Кирилл Ужегов, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».